Всем привет, ребят! Идут сборы, как я обещал. Сегодня в планах поехать на кабана ночью. Засидки, ну как засидки, будем стоять каждый на своем месте и будем ждать, посмотрим, кабанчик выйдет или нет. У нас сегодня коллективная охота. Напечатал я вот такие вот бланки. Будем заполнять все как положено. Вот они в двух листках. Один бланк получается. Экземпляры в интернете есть. В общем, весь шмурдяк собираю потихоньку. Фонари, аккумуляторы, пауэрбанки и все остальное в этом духе. Так, охотиться я буду с гладкого ствола, ребята. Ружье NR-155 и ночной прицел. Кто не видел видео, у меня, полистайте, есть. Я пристреливал вот такой вот ночник. Ребят, Дедал. Дедал 180. Заявленная энергия, которую выдерживает, то есть отдачу, 10 тысяч джоулей. Вообще, прицелом доволен. Спасибо Андрюхе. Вот. Охотиться, ребят, будем втроем. Скорее всего, я, Дима и Андрюха. Вот. Ехать примерно 250 километров до места охоты. Посмотрим, будем через пару часов уже выезжать и на всю ночь будем стоять, ждать, караулить и надеяться, что что-то выйдет на нас. Все, конечно же, камеры я не сниму, снять не смогу. У Андрюхи тепловизор видео записывает. Если на него что-то выйдет, естественно, видео будет с тепловизора тоже. Ну а сейчас вашему вниманию, ребят, короткий кадр прислал мой хороший знакомый, друг, зритель моего канала, который мне еще и вдобавок подарил подводное ружье, ребят, со всем комплектом. Остается только мне купить к весне, значит, ну, в следующем году, грубо говоря, купить два костюма зимний-летний, ласты, маску и все. В принципе, остальная вся снаряга есть. Спасибо, Игорь, большое. Короткое видео от Игоря, ребят, вашему вниманию. Хорошо, хорошо. Подай. Дальше. Передаю привет Армену с канала Белая Тропа. Он у нас хромой, не может в ходовую охоту. Вот я посвящаю этого зайчика тебе. Вот так вот Игорь ходит на охоту, собачки, зачетное видео, спасибо, Игорь. Ребят, кстати, небольшое заявление, кто хочет, чтобы его видосы, как бы коротенькие такие, кто снимает для себя видео, не выкладывает нигде и хочет, ну, мне скинуть, то милости просим, скидывайте, отмонтирую, выставим, пускай будет для коллекции канала Белая Тропа. Ну и не обращайте внимания на задний фон, конечно же, идет ремонт. В процессе все тут закроется, шкафчик будет. Как-то так, ребят. Ну, меньше слов, больше дела. Будем собираться потихоньку и выдвигаться. Да, рацию взял. Вот и Дима, ребята. Вот и он самый. Димася. Короче, вещички загрузили. Вот так вот выглядит это все. Да, все, рацию. Нарезняк Димы. Что, на месте покажем, да, ружье твое? Да, там уже покажем. Мы пораньше выехали, еще Андрюха приедет со вторым Диманом. Так что вот так вот. В общем, в путь, ребята, в путь. Вот, Дима, проект вон стоит, делается. Ну, как проект, взял машинку и потихоньку восстанавливает под охоту. Рама в идеале, в принципе. А кузов местами есть коцики какие-то. Но со временем
это все восстановится, ребят. Так, вроде все взяли, термосы, патроны, чеки. Ага, по пути еще надо заехать, ребят, купить жилет. Жилет обязательно нужен на коллективной охоте, тем более ночью. Бланки еще надо заполнить, в общем, дел полно. И ехать еще 250 километров где-то. Все, трогаемся. Путь. Че, все? Поехали. Давайте, ребят, включимся уже на месте. Нет, пока нормально. Вот, ребят, такие вот кадры. Лисичка. Смотрит, стоит, не боится. Ну, как-то вот так вот. Вот это кадры. Первое препятствие на пути у нас. Да, конечно, ребят, полного привода очень не хватает, но что поделать, не подкопили пока что на полный привод. Давай еще, там и уклон-то серьезный такой. Хорош, стоп, ну теперь давай газку. Ура! Все, ну что, Дима? Да, все, глуши машину. Сзади кукуруза, доехали. Вот Андрюха у нас светит, что-то смотрит. Такая вот охота в темноте. Там у нас, ребят, поле с кукурузой. Будем распределяться там уже на месте. Уже классика жанра, ребят, без изоленты, без сумка, без изоленты никуда. Вот. Чтобы не шумело. Баркаса достал Андрюх, сейчас на него глушитель, банку, банку. Глушители запрещены. Ну банку, да, банка вся с лицензией, ребят, все как положено, с бумажками. Сейчас при полном снаряжении у него ствол, наверное, килограмм 25 будет, да, весить. Сейчас там отговорили. 30. 7 где-то, в районе 7. В районе 7 килограмм. Оптика, дальномер. Ну, ночью дальномер тебе не надо, да? Кстати. Кто? А это уже где-то покоцал, ё-моё. Или это ерунда все? Это все ерунда. Я говорю, ты нормально слышал? Нет. Нет, что-то подхрипывали. Нет, ну это уже здесь когда? Вот он, магазин, ребят. Калибр Lancaster Paradox. Вот такие вот мощные патроны, да? Блин, чувствуется, да, сила? Сила чувствуется. Вот они. Сколько грамм тут пуля? 13. 13 грамм. Кион 13. 13 кион? Вот они, 366 ТКМ. Кион пуля 13. Кион 13. А грамм-то сколько, ты не знаешь, да? А вот, давай сравним. А вот Димановская. Это уже нарез. Херня. Нарезное. Вот разница, смотрите. Ну, зато с этого на дальняк, ребят, метров на 500-400. Если оптика позволяет. Она просто 223. Да. Постабильный. Ну, зато тут... Не, тут останавливающий... Эффект больше намного. Блин, красивые патрончики. Когда уже очередь дойдет до меня, чтоб такие вот патрончики. Заберем. Все, заряжает. Баркаса. Баркас готов на предохранитель. Я сейчас всех снимаю, потом больше всех буду собираться. Самое главное это вот. Вот он, вот он. Виновник торжества. Тепловизор, ребят. Кто-то говорит, охота с тепловизором, это не охота. Не, ну типа, это не охота. Ну, да вы постойте часа 4 в мороз, вы этот помёрзнете, тогда поймете, какая это охота. Ох, Диман, с креслом, с табуреткой, всеми делами. Кстати, этот стул взял. Ох, красота. Я в прошлый раз подержал его на руках и постоял.
Слышь, ну эту камеру четко снимать ночью. Вот сейчас при таком свете. GoPro-шка не. GoPro-шка не. Димася у нас собрался тоже, готов к бою. Да. Ребята, за открытие по 50 грамм коньячку. Ну-ка, а за зрителей, Дима, хряпни разок. Я с тобой дружу. Обижаешь, что ли? Только, ребята, это для того, чтобы согреться. Пьянствовать никто не собирается тут. Давай. Приехали на ответственную охоту, да, Андрюх? Да, репарь, это серьезный зверь. Да. Вот так вот. С шоколадкой все дела. Ну скажите что-нибудь хоть. Сразу хряпнул. Скажу вот так вот, ребят. Не рыльца, не копытца. К черту. К черту. Армен, а мы с тобой будем, что ли? А мы с тобой чаечек сейчас, брат мой, нальем, хряпнем. Вот такая вот, ребят, тренога у Андрюхи. С таким зажимом. Вот сюда камеру ставишь, зажимаем. Ну это я сейчас зажму, да. Пока не хрустнет. Да. Пока не хрустнет, вот. Для ружья. Серьезно, можно даже встать на нее и ну, тушу подвесить. Мощно. Разговоров нет. Потихоньку будем расчехляться тоже. Сейчас мы настроим камеру. И все. Заполняем, ребят. Заполняем коллективную охоту лист. Тут все есть. Инструкция при проведении коллективной охоты на копытных животных. Инструкцию прочитали. Все ознакомлены. Пишите. Заполняй пока свои данные там. А вот и, ребят, мой баркас. Видал, 180. Опа! Вот он, красавец. Андрюх, не тяни ножки. Ну и цепляем. Держал. На МРочку. 155-ю. Отрезать? Где нет. Кому отрезать еще? 2-го, 12-го. Сильно там нет. Ой, там. Че, ребят, приоделись. Все такие красивые. Сейчас Андрюха тоже оденет, прикидывает баркаса своего. Ну, Диман, похвастайся телескопом своим. Хаббл. Вот такой вот телескоп. Не, сбоку покажи. Вот он. Одна зарядка. Продается. Кому надо, продается. Кому надо, пишите. Вот это то, кстати, тоже. И, кстати, вот это тоже продается. Пишите по цене. Сколько, Андрюх? Договоримся, короче. Да. Саратовская область, если что. Зверь выходил только на Андрюху. Либо я в ночнике просто тупо не видел, так как далеко дистанция была. Вот сейчас на кадрах видите кабан. Расстояние очень большое, метров, наверное, 500. Пришли к машине, ребята, окоченели. Что ты снимаешь? Нет. Ну да. Разрядиться. Чаечку сейчас бахнем. И переедем в другое место. Отстояли. Часа два, да, наверное, стояли? Побольше. Побольше даже. Часа два с половиной. Постояли. Пусто. Следы были старые, как бы на переходах, но пусто. Будем ждать. Сейчас переедем, чайку попьем. Другое место. Где-то вдалеке выстрел был слышен. Непонятно, кто там и что там. Давайте, ребят, за вас. После того, как мы уже сменили точку, переехали на другое место, на Андрюху выходила лиса. Видите кадры?
Еще меняли пару раз позиции наши. На Андрюху вышел лось. А потом, в конце концов, на Андрюху, ребят, вышел кабан. Он бахнул. Потом мы долго и упорно добирали подранка, ребят. Время ушло очень много. До утра искали, в принципе, можно так сказать. Оставались, ждали до утра, потому что ночью пошли по следу. Особо не видно, местами там снег есть, местами снега нету, поэтому так долго пришлось возиться и искать. А у нас собаки не было, поэтому и долго добирали зверя. Но в итоге нашли, в итоге взяли зверя, не сильно большой кабан был. Но результатом охоты довольны. Концовку, к сожалению, не снял, так как замерзли насквозь. Камеры, батареи сажались, камеры не включались. Как-то вот так вот. Что, ребят, в итоге такая охота получилась. Сложная, реально сложная в плане съемок. Да и сам процесс охоты очень сложный. В принципе, минус где-то 18 мороза было. 15-18 мороза было. Ну и стоять на точке, все хрустит как бы. И тихо стоять, не дыша, подпуская зверя, это много стоит. В общем, эмоции, вагон, когда мы особенно услышали выстрел со стороны, с точки, где стоял Андрюха. Сразу по рации пошла движуха. Никто не двигался, конечно же, от своей позиции. Движуха пошла по рации. Все, сориентировались кто где, собрались в одну точку. Ну и пошли уже, разрядились и пошли уже, в принципе, искать зверя. Крови особо так не видно было местами, поэтому так долго искали зверя. В итоге добрали, ребята. Это первая охота на кабана в моей жизни. Я вам скажу, это не на зайчика сходить. Постоянный вот этот напряг и волнение, и учащенный пульс, сердцебиение, это многого стоит на самом деле. Другой уровень охоты, так вам скажу, ребят. На этом все. Надеюсь, видео вам понравилось. Всем желаю крепкого здоровья. Всем пока. До новых встреч.